Поверить в то, что сегодня произошло в Москве в Крокус-Сити-Холле, просто невозможно. Это шок. Сегодняшний теракт, совершенный по отношению простым мирным гражданам, которые просто пришли на концерт группы «Пикник» отдыхать, безоружные, стали заложниками чудовищного теракта. А я надеюсь, что власти применят все свои силы, знания и умения и накажут этих подонков, найдут всех, кто к этому причастен. В свою очередь я хотел бы выразить соболезнования родным, близким, чьи родственники погибли и ранены на этом мероприятии. Также я хочу выразить сочувствие семье Агаларовых, которые вложили в этот зал всю свою душу, сердце, время и деньги для того, чтобы и зрителям, и артистам было хорошо в этом зале. Это самый комфортный зал, который когда-либо я видел в своей жизни на протяжении всей карьеры. Имя этому залу дали Муслим Магомаев, народный артист Советского Союза, выдающийся артист, увековечен в этом зале. Это трусливое, подлое, варварское нападение еще раз доказывает, что террористы должны быть уничтожены. Терроризм должен быть осужден всем миром, всеми службами мира. Мы не должны позволять им совершать подлые преступления по отношению к мирным гражданам. Вы знаете, я второй день уже не могу оправиться от того, что произошло вчера в Москве в Крокус-Сити-Холл. В это невозможно поверить. Крокус-Сити-Холл для нас стал вторым домом. Мне трудно себе представить, что в ближайшее время мы не сможем туда приходить и видеть наших любимых друзей, зрителей, коллег. Но эта трагедия уже произошла, и я хочу еще раз выразить соболезнования родным, близким, кто потерял свои семьи. Самое страшное и самое печальное, чего я опасаюсь, и хочу призвать все наше большое общество, не допустить конфликта на национальной почве. У террористов нет лица. У преступников нет религии. Вы знаете, мы должны приложить максимум усилий, чтобы не допустить вот эту национальную ненависть. Неважно, кем ты родился, в какой стране ты родился, какого цвета кожи ты. Я родился в Дагестане, где 42 национальности всегда жили душу в душу. Не нужно из-за одного преступника, который имеет национальность, например, таджик или еще кто-то, ненавидеть весь народ. Мы должны этого избежать. И именно с этой просьбой я хочу обратиться ко всем людям, которые смотрят мое видео. Давайте будем уважать друг друга и бороться исключительно с преступниками, а не с представителями какой-то национальности. Знаете, что, несмотря на дождь, ливень просто идет. Люди стоят в очереди с зонтами, без зонтов, с цветами, с игрушками. Это, конечно, ох. Привет, девчата и ребята, с вами певица Слава. Сегодня день траура. Пытаюсь спокойно записать сообщение. Конечно, невозможно, потому что сердце разрывается. Уже вторые сутки вся наша семья очень сильно переживает и скорбит. Это, простите, сейчас это от чистого сердца, от чистой души. Я просто выкладывала, три раза выкладывала пост в ленте, три раза его убирала. Не могу я уже смотреть на эти свечи. Их стало слишком много за последнее время. Плачу уже второй день. Просто знаете, что нам тоже очень-очень больно. Мы с вами. Сашка вчера пошла. 4 часа отстояла в очереди. Кровь сдавала. Зачем столько много небезразличных людей?